Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Сегодня в этом ролике я расскажу вам о Сергее Маковецком, актере, которому 62, а его жене почти 80, о единственной женщине и творческом пути актера. Сергей Маковецкий – один из немногих артистов, который получил широкую известность, а также признание не только в России, но и за рубежом. Он является настоящим авторитетом в мире кино, ведь он сам выбирает, в каких фильмах ему сниматься, а в каких нет. Как говорит он сам, «Я никогда не приму участие в фильме, где будет замечена какая-то чернота или жестокое отношение к детям и старикам». 13 июня 2020 года этому талантливому актеру исполнилось 62 года, но все знают, что его творческий путь мог никогда не начаться. Он с трудом получил школьный аттестат, а его самым ненавистным предметом был английский язык. Сергей постоянно срывал уроки, и чтобы хоть как-то поправить его плачевное положение, учительница предложила сыграть ему в школьном спектакле. После этого Маковецкий загорелся желанием стать артистом и по окончании школы пытался поступить в театральный институт имени Карпенко-Карова, который находится в городе Киеве. Попытка оказалась провальной, но Сергей не отчаивался и стал работать помощником декоратора в театре русской драмы. В середине 70-х Сергей решил поехать в Москву, чтобы подать документы в МХАТ, но и здесь его поджидала неудача. Райкин и Табаков не дослушали выступления юного абитуриента, отправили его за дверь. Сергей нашел утешение в Щукинском училище, которое со всей душой приняло жаждущего сцены парня. В 1981 году Маковецкий дебютировал в короткометражке, которая называлась «Ожидаются похолодания и снег». А в 83 году он уже сыграл главную роль заряжающего в военном фильме «Экипаж машины боевой». Об известности Сергея заговорили только в начале 90-х, когда он сыграл главные роли в таких мелодрамах, как «Ребенок ноябрю» 92 года и «Макаров» 93 года. За участие во втором фильме он был удостоен премии «Ника», а также премии «Золотой Овен». В 1998 году он начал сниматься в фильмах Алексея Балабанова, который позже скажет, что Маковецкий – это, на удивление, очень кинематографичный человек. Он может просто стоять в кадре, а на пленке будет показана целая его блестящая игра. Счастливая семейная жизнь Сергея Маковецкого – это, по сути, то же самое удачное стечение обстоятельств, которые привели его в кино. Свою будущую жену Елену Демченко актер встретил в 83 году, когда он снимался для картины Владимира Стрелкова «Я – сын трудового народа». Артист стал свидетелем спора между Еленой и режиссером. Владимир Стрелков утверждал, что женщину с ребенком никто не возьмет замуж, но Маковецкий набрался мужества и возразил: «Я возьму», и слово свое сдержал. Уже через пару месяцев Елена стала женой актера. Сергея вовсе не смутило, что женщина на 18 лет старше его. Супруги живут в браке уже почти 40 лет, правда, общих детей у пары нет. Но Сергей Маковецкий с большим удовольствием воспитывает сына Елены, Дениса, от первого брака. Пожелаем ему еще много новых интересных ролей, а также личного семейного счастья со своей прекрасной супругой. Всем большое спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Потому что впереди еще много нового, увлекательного и интересного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я всем желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.